Приветствую вас. Продолжаем говорить о прозвищах команд НХЛ. Эдмонтон Ойлерс – нефтяники из Эдмонтона. Прозвище «нефть» для клуба совсем не удивительно. Отсюда же идет и прозвище «масленки». Как напоминание, во что превращается нефть потом. В память о славных 80-х эдмонтонцы гордятся титулом последней династии. В последние годы, ознаменованные сплошными неудачами, появились подчеркивающие это прозвище «Дедмонтв» от «Дед» – «мертвый» и «спойлерс». В политике спойлерами называют заведомо проигрышных кандидатов. Впрочем, идеологи некстфонизации уже лет 6 находят утешение в названии «Young Guns». Как называют у нас? Популярный маслята, также отсылающий к нефти, а еще «днойлерс» из-за систематических неудач клуба. Флорида Пантерс – пантеры из Флориды. У южного клуба есть две группы прозвищ. Первая ориентирована на логотип клуба, где изображена пума. Кстати, называть ее пантерой на самом деле ошибочно с биологической точки зрения. Так или иначе, отсюда идут кэтс – коты, кошки и повс – лап. Правда, на новой версии лого их теперь нет. Вторая группа прозвищ напоминает о славной флоридской традиции бросать на лед резиновых крыс во время матчей плей-офф. В честь этого, соответственно, названия Reds и Ring Rats, как называют у нас. Коте. В общем, все понятно. Лос-Анджелес Кингс – короли из Лос-Анджелеса. Прозвище команды активно эксплуатируют монархические символы. Вариант Crowns – короны – гармонирует с логотипом клуба. Обидная Queens – королевы – основывается на созвучии слов King и Queen. Также иногда используется высокомерное прозвище Ring Royalty – что-то вроде королей льда. Ну и, конечно же, Burger King. Одно время у команды была форма с королем, весьма смахивающим на символ этой известной компании. Как называют у нас? Лак или Лаки. Также попадается производная от первой части названия города Лоси. Миннесота Уайлд – дикари из Миннесоты. Дикие, как и большинство относительно новых клубов, не могут похвастаться обширной коллекцией прозвищ. Кроме уменьшительно-ласкательного Минни, тут и вспомнить больше особо нечего. Как называют у нас? Минки. Иногда встречается вариант Сота. Монреаль Канадиенс – канадцы из Монреаля. Клуб был основан как истинно французский, и его цвета те же, что и у национального флага Франции. Поэтому команду иногда так и называют – трехцветными. По-французски это выглядит как «Le Bleu Blanc Rouge» или «Le Tricolor». Еще одно самое известное прозвище команды – «Habs» – «Habs». Также имеет французские корни. Это сокращение от «Les Habitants», так называли французских крестьян-колонистов, заселивших Квебек в 17 веке. А вот «H» на эмблеме никакого отношения к «Habs» не имеет, она расшифровывается как «Club de Hockey Canadien». Большое количество титулов клуба привело к тому, что прозвище «Великий» – «Le Grand Club» приклеилось к нему довольно прочно. Также в лучшие годы команду часто называли «летающими французами» – «Les Flying Frenchmen». Как называют у нас? Мон, рояль. Это искаженное название, которое создает своеобразную отсылку к знатности клуба. Про остальные клубы смотри в следующем выпуске. Ставь лайк, подписывайся. Спасибо.